Так и проходят дни. Но иногда мы находим настоящие слова. Слова вроде «голод» и «город». Хотя мы не можем общаться, вкусы в еде у нас одинаковые. А бродить группами разумно, поскольку любая бабулька так и норовит выстрелить вам в голову. Боже, какие мы медлительные. И сколько еще мы будем так бродить? Никто уже не верит в это лекарство. На помощь добровольцев вроде вас в добыче лекарств и препаратов за стеной.